20 марта в Ледовом дворце имени Вячеслава Фетисова стартовали всероссийские соревнования по фигурному катанию «Сибирские коньки». В спор за лидерство вступили 160 фигуристов из 9 регионов России и заявившиеся вне конкурса спортсмены Казахстана. Первые медали разыграли команды, участвующие в состязаниях по синхронному катанию. Синхронное катание – это, я считаю, наиболее зрелищный вид в фигурном катании, потому что это командные соревнования. Девушки, ну, могут участвовать, конечно, и юноши в этих соревнованиях, но в основном девушки, если вы заметили. Девочки должны кататься в унисон, выполняя элементы различные, интересные, интересные перестроения. Есть, конечно, в единых костюмах они катаются, все красивые, единые прически. То есть это и привлекает зрителей. Яркие многогранные программы представили все соревнующиеся команды. Острейшее соперничество за медали. Отличные композиции представили команды Московской, Брянской, Челябинской областей. В итоге лучшую программу и качественное исполнение продемонстрировали фигуристки омской команды «Аквамарин», которые завоевали золотые медали среди кандидатов в мастера спорта. Миксовая композиция классики и часть народной музыки. Мы с тренером выбирали цвет платьев и склонялись к темно-зеленому, что-то синему. В программе, в общем-то, у нас были три поддержки, что вроде не у всех команд есть. И, в принципе, слаженность катания была. Серебряные награды завоевала команда «Звезда» из Челябинской области. Третье место занял коллектив «Аврора» из Брянской области.